Отрекся от президента. Бывший начальник охраны Эммануэля Макрона во время допроса в Сенате заявил, что никогда не был его телохранителем. Мужчина обвиняет в том, что он под видом полицейского избил человека. Елена Абрамович расскажет подробности. Александр Бенало появился на обложках французских СМИ в июле. Тогда газета «Le Monde» выяснила, что человек в полицейском шлеме, который избивал демонстрантов на майском митинге в Париже, это глава службы безопасности Эммануэля Макрона. Еще больше француза возмутил тот факт, что президент знал о проступке, но не сообщил в соответствующие органы. Теперь, когда дело взялась расследовать парламентская комиссия, Бенало на допросе заявил, никогда не был телохранителем президента. Моими обязанностями были общие организационные вопросы, общая безопасность. Во время демонстрации я был рядом лишь физически, но я не был телохранителем Эммануэля Макрона. Никогда. Свои действия во время митинга охранник объяснил как желание помочь полиции в качестве стороннего наблюдателя. После огласки в СМИ его уволили, а сам президент заверил, Бенало был наказан. Я гордился тем, что нанял его в Елисейский дворец, потому что я считал его преданным, другим, и он сделал много хорошего за время работы. К сожалению, он совершил нарушение, серьезное, которое я принял за предательство. Я сказал ему об этом. Пытался ли Елисейский дворец скрыть от огласки это дело? Такова главная цель допроса в Сенате. Тем временем, относительно действий самого охранника, ведется уголовное расследование. Елена Абрамович, Вадим Спиридонов, подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».